Где сильный свет, там и тень. Да, Самира, что так уставились? У вас ко мне разговор? Тогда садитесь, пожалуйста. Ну, говорите. Не знаю, как вы поймете меня. Даже не представляю. Что вы подумаете, но промолчать не могу. Для репутации нашего заведения я должна сказать. Что ты тянешь? Я сейчас случайно услышала ваш разговор насчет Лайлопы. Абу Сулейманович, по-моему, лучше Лайлу Саидовну сюда не возвращать обратно. Почему? Прежде чем как вы сюда пришли, много чего произошло. Поконкретнее говорите. Знаете, Лейла Саидовна не самый хороший человек. Она использовала наших девушек в своих корыстных целях. Вот так. Как будто наши девушки для нее с легкими поведениями. Она забирала наших девушек, чтобы удовлетворить потребность других. Как будто здесь не модельное агентство, а, ну, такое место. А еще... Хватит! Если хотите, чтобы наше агентство не ассоциировалось с чем-то другим, лучше не возвращать ее. Самира, спасибо тебе. Эх, Лайло, все мои старания превратила в пыль. Ассаламу алейкум. Садись. О чем думаешь? Тебя что-то изнутри мучает. Хочешь мне что-то сказать? Я не могу выполнить эти приказы. Не понял. Не смогу? В нашем словаре нет слова «не смогу». Будь мужчиной! Я разве давал кому-то такой шанс? Знаете, мне кажется, все эти дела плохо кончатся для нас. Ты смотри, уже и про конец подумал. Эй ты! Кто ты такой? Кто ты? Ты знаешь, что будет с тем, кто ослушался меня? Находясь под моим крылом, ты стал тем, кем ты есть. Так что нет места лишним словам. Можешь идти.
Да, вечером будь тут. Собери ребят, я тогда все скажу. Вам понятно все? Иди. Понятно. Алло. Ассалам алейкум. А вы подавали заявку насчет кредита? Да, так. Будет лучше, если вы посетите наш банк. Ваша заявка в преддверии одобрения. Хорошо, понял. Обязательно приеду. Когда надо приехать? Завтра после обеда. Хорошо, спасибо. Да! Что? Клад нашел, что ли, да? А что, только ты, что ли, можешь? Вот можно же, как нормальный человек, быть радостным. Эх, дружище, я сам соскучился жить, как нормальный человек. Стой, погоди. Может, отметим твое настроение? Да, конечно. Пойдем. Хорошо, сейчас. А, да. А что за причина радоваться? Потом расскажу. Пошли давай. Сначала ты зайди. Если сейчас меня увидит, начнет ругать меня. Опять что-то натворил? Хорошо. Сейчас. Ой, иду, иду. Ой, достал. Ассаламу алейкум, бабушка. Алейкум ассалам. Как вы? Как поживаете? Спасибо, не устаете? Как ты сам? Идем, заходи. Как ты сам, сынок? Да, как хорошо. Твои дела? Заходи, сыночек. Да, кстати, а где этот бездельник, бабушка? Рамзидин? Да. Мне тоже ничего не сказав, ушел куда-то, не понимаю куда. Даже не предупредил, куда он уходит, я даже не заметила. Пусть приедет, я сейчас ему урок преподам еще. Сделайте так, бабушка, знаете, вообще нужно его стукнуть. Да, совсем непослушным стал. Вот, правильно. Пусть он придет, я ему покажу еще. Хорошо, заходи, сейчас сыночек. Пойду. Идем, заходи. Сейчас зайду, бабушка. Идем. Эй. Да? Давай, заходи. Можно уже? Да, давай, заходи. Осторожно. Ну, как там обстоятельства? Послушай, ты что натворил? Я так и представляю, как бабушка тебя веником бьет. Да так, потом расскажу, хорошо? Ну давай. Идем. Идем. Достанбек, если ты голоден, можешь зайти на кухню. Ну давай. Хорошо. Там все готово. Даже чай заварила. Достан. Достан, ты проголодался, да? Ой, бабуль, что, в этом доме нет никого, кроме Достана, да? Это ты, да? Бабулька моя! Сыночек мой, как раз ты нужен был мне. Да, ну, вот я и пришел. Да. Как ты меня обманывал? Ты еще имеешь совесть и меня обманывать, бабушка, да? Бейте его. Подождите, не бейте, подождите. Сейчас стойте, ты сейчас. Меня получишь. Бабушка, вот, бабушка, я сейчас его. Покажу, как бейте, нужно обманывать бейте старую его. Бабушку. Достан Джон, не трогай, отойди. Когда воду пьют, даже змея, оказывается, не дотрагивается до человека. Человек может водой подавиться, не трогай его. Пусть он спокойно попьет. Ой, бабушка, не верьте ему, он хитрит сейчас. Пусть пьет, сыночек, он же пить хочет. Пей, сыночек, пей. Пей, ой, ты мой золотой. Пей. Я же говорил вам, иди сюда. Эй, Достан Джон, послушай.
Ой. Какая красивая девушка. Что ты тут делаешь? Я тебе что говорил? Сегодня у меня много дел. Я хотела побыстрее закончить и уйти. Смотрю, вас не было. Решила начать. Как ты смеешь трогать мои личные вещи? А? Или ты воровка? Эй, все, успокойся. Все, успокойся. Она же сказала, что должна пораньше уйти. Зашла спросить. Вас не было, поэтому решила начать. Пожалуйста, ты ее тоже послушай. Мне какая разница, нужно ли ей пораньше идти или нет? Почему она трогает мои личные вещи? А? Все, хватит. Я случайно увидела, простите. Все, ладно, можешь идти. Разве ты человек? Даже не думаешь, что другому может быть больно. Ведь женщина же. Ну и что, что она женщина? А? Что, женщина не ворует, что ли? Ты даже не выслушав, сразу начинаешь обвинять. И это нехорошо. Не вмешивайся, иди давай. اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر Мама, как вы? Вы на меня в обиде, да? Знаю, в обиде. Если бы были живы, ругали бы меня. Может, я не выбрал бы этот путь, если вы были живы. Выбрал бы правильный путь, и вы гордились бы мной. Почему вы меня бросили, мама? Оставили меня отцу, которого даже не знаю, где он находится.
Эх, мамочка, вы не обижайтесь на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Не обижайтесь. Лучше молитесь за меня. Вы же ближе к Богу. Попросите все хорошее для меня. Пожалуйста, мамочка, пожалуйста. Я еще вернусь. Почему ты всю работу сама все делаешь? Я бы помогла, если бы позвала. Человек, который реально работает, ей не надо об этом говорить. Она сама, зная, будет делать свою работу. Да неужели? Да, так. Послушай, начальника ты завербовала. Но вот ты рассказала ли ему про прошлое свое? О чем ты болтаешь вообще? Несешь всякую чушь, всякую брехню, а? А что, разве не так? Начальник, кроме тебя, тут никого не замечает. Завидуй молча. Скорее всего, не рассказала про тот день, когда вы в горы выходили. Что с тобой случилось, потом, наверное, не рассказала, да? Может, если бы рассказала, он бы не ходил бы за тобой так по пятам. Ну, и что я сделала там, а? Говори, говори! Да брось. Что ты себе дурочку строишь? Что ты от меня хочешь? Почему ты постоянно, как собака, бегаешь за мной, а? Говори! Говори! Ну что, Нигина? Я что, все время должен искать вас, когда вы мне нужны? Вы хотя бы за телефоном следили бы? Простите... Наверное, в коридоре я оставила. Жду вас у себя в кабинете. Азиза? А? Что случилось? Все в порядке. Хорошего дня, Мухаммад Шавкатовна. Скорее всего, Шахрё что-то сделал. Не понимаю, что ему не хватает, а? Тоже мне. Понятно. Значит, так, да, говоришь? Да, дружище, вот так. В тот день не смог спросить тебя кое о чем. И о чем же? Ты считаешь меня настоящим другом? А, да ну! И что с того?
Да, что случилось? Почему ты так смотришь? На. Что это? Деньги. Я не слепой, вижу это. И зачем даешь? Слушай меня внимательно. Если ты эти деньги не возьмешь, я тебя налысо подстригу. Ты что, издеваешься? Не волнуйся. Эти деньги добыты честным трудом, не воровством. Короче, расклад такой. С завтрашнего дня оставляешь ту работу и начнешь учиться. А насчет денег не волнуйся. Еще что хочешь? Я тоже мужик. У меня тоже есть гордость. Ты не переходишь черту? Эй, твоя гордость еще пригодится. А теперь слушай меня. Ты должен стать хорошим специалистом. Ты это лучше меня понимаешь. Я буду твоим спонсором. Взамен что ты хочешь? Дружище. Я рано или поздно все равно окажусь в тюрьме. Может, стану нормальным, а может и нет. А ты честный человек. И голова у тебя на месте. Если это не буду ценить, то Бог меня не простит. Когда много читаешь книги, так случается. Ну что, договорились? Ну? Договорились, мой спонсор. А теперь возьми это. Я открою дверь. Да-да, открой. Все хватает? Я помогу бабушке, хорошо? Хорошо, иди, иди. Опа. Сестра? 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 Куда же она пропала? Ази? Опа! Где вы ходите? Все в порядке? В порядке? Возьми вот это. Что это? Откуда вы это взяли, сестра? С рынка. На какие деньги? Нашла работу в ресторане. Посуду помыла. Вот и все. Нашла деньги. Вы напугали меня, сестра. Все в порядке? Ну тогда сегодня вы мне что приготовите? Подгорелый лук с непожаренной картошкой. Ой, сестра, вы так напугали Идем. Меня. Я очень голодна. Давай быстрее. Вы даже не позвонили мне, сестра. Дружище, я все документы приготовил.
Осталась твоя работа. Надеюсь, закончишь перед уходом? Хорошо. Да, опять про Самиру думаешь? Не думай, дружище. Все еще наладится у тебя. Ну ладно, я пошел. Пока. У вас ко мне дело, Абосаке? Почему, когда все зовут меня Аббас Сулейманович, вы зовете меня Абосаке? Что, я ваш брат, что ли? Извините. Короче, расклад такой. Вот договор. Двусторонний. Все готово. Возьмете это и пойдете к Лайло. И сделать так, чтобы она подписала этот договор. Я надеюсь, все вам понятно. Понятно. Ах да, Нигина. А с вами поговорим, когда вернетесь. Хорошо. Ой, мои сынульки, вот, и плов готов. Ну-ка. Эх, бабушка, хорошо, что вы есть. Ой, сынок мой. Хорошо, что у вас день рождения. Давно не ел приятного плов. Приятного аппетита, сынок. А где ваш? А, я свой аппетит придерживаю к другому блюду, сынок. У бабушки есть своя еда. Да. Ешьте, ешьте на здоровье. Я сейчас. Хорошо. Ой, Рамзедин, я сейчас чай принесу. Идем, помоги. Ага, хорошо. Эй, послушай. Да? Почему? Почему изменился? Когда повзрослеешь, Рамс? Да все, хватит. Ох, как пахнет. Прямо аппетит разыгрался. О, бабушка? Ну-ка, освободите середину. Ну-ка, давай, убирай. Сейчас. Ну-ка, Рамзедин, бери. Давайте. Ставь середину. Вот это вот так. Достонджон, это тебе. Рамзедин, спасибо, бабушка. Это тебе. Спасибо. А это мне. Подай-ка чаю, я сама налью. Ага, вот. Ну-ка, угощайтесь. Ну-ка. Бабушка, а сколько вам исполнилось? Ой, сынок. Запомни одну вещь. Если не хочешь расстраивать женщину, лучше не спрашивай ее возраст, хорошо? Мне 18 только исполнилось. Что вы смеетесь? Что здесь смешного? Бабушка. Ну-ка, угощайтесь, давайте. Хорошо, хорошо. Сейчас шашлык остынет. Вы сначала начните, бабушка. Вы еще бабушка. Плов еще не доели. Ну-ка, давайте, угощайтесь. Ну-ка, бисмилля. Ну-ка. А вообще, я сам хотел сегодня приготовить вкусную еду. Ладно, в следующий раз теперь приготовлю. И что за еда? Вкусная. Название ее «Мое детство из Андижана». Ой, разве есть такое блюдо? Да. Впервые слышу. Бабушка, не обращайте внимания на него. Если бы он сегодня готовил, то голодными остались бы. Да ну тебя. Ну-ка, угощайтесь. Ах вы какие. Никак не можете без ссоры друг с другом, да? Ничего не можете хранить. Ну-ка. Пусть вас Аллах оберегает. Да будет так. Всегда будьте как родные братья между собою, хорошо? Ой. Мы так и так родные братья, да? Да? Поздравляем! 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 Поздравляю, бабушка. Не смущайте меня, спасибо. Желаю долгой жизни вам. Спасибо, сыночек. Поздравляю, бабушка. Спасибо, Достон. Живите до 100 лет, чтобы были здоровы на наше счастье. Спасибо.
Хорошо, что вы есть у меня. Да, я тоже поцелую. Ой, дети мои. Моя бабушка. Я вас обоих одинаково люблю. Не волнуйтесь. Моя я люблю бабушка вас, моя. Мои хорошие. Будьте всегда здоровы. Мои волосы. Детишки мои, мои хорошие. Ой, дорогие мои. Я тебе сколько раз говорил, постричься надо было. Я его сама красиво подстригу. Soğuk ye düştüm, endi kaysi manzar, men üçün doğru yol, geçiş